А вы помните свою фотографию в выпускном альбоме? Давайте к другим темам перейдем. В Остине мужчина выбрался из внедорожника, который, внимание, подвис на проводах. Машина выехала с 9-го этажа парковки и застряла в нескольких метрах от земли. Автомобиль Toyota перелетел через ограждение. Как водителю это удалось, до сих пор непонятно. По-видимому, шофер сдавал назад и просто не рассчитал расстояние до перил, не вовремя, собственно, нажал на газ. В воздухе машина перевернулась несколько раз, прежде чем он в таком состоянии оказаться. Это как раз и спасло жизнь молодому человеку. 24-летний молодой человек управлял автомобилем. Он пристегнулся ремнем безопасности и в экстремальной ситуации юноша не растерялся. Отстегнулся и через люк быстренько, ловко очень выбрался. Жертвой мог стать не только он. В момент аварии под окнами на велосипеде проезжал курьер. Ну что сказать, оба в рубашках родились.